С нами Ли Ньюсру, информационный портал. Да, здравствуйте, Мария Владимировна, портал news.ru, Сонна Русамова. Если позволите, у меня один вопрос. На текущей неделе в рамках своего однодневного визита в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заложил фундамент Зангезурского коридора, вокруг которого, как известно, на протяжении долгого времени возникали противоречия между армянской и азербайджанской сторонами. В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подобные действия и разговоры о коридорах усугубляют враждебность в регионе. Как Москва оценивает начало работ по открытию коридора? Мы считаем, что наиболее оптимальной формой для проработки вопроса разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказье является трехсторонняя рабочая группа. Ну, как вы понимаете, под совместным председательством вице-премьеров трех стран Азербайджана, Армении и России. Она была создана по итогам Московского саммита 11 января. Напомню, что уже состоялись 8 заседаний этого механизма. Все стороны высоко оценивают его деятельность. В общем, много было уже комментариев, сразу по итогам они даются, поэтому вы можете с ними сами, с деталями работы этой группы ознакомиться. Поэтому мы считали бы правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.